Значит, третья часть, дописка от G до I. Мы начали с третьей, потом вторая, потом первая. Она самая сложная, третья, или почему? Или наоборот, самая сложная? Ну, не знаю, наверное, первая. Первая самая сложная. Да, потом третья, потом вторая. Но первую они вчера репетировали хорошо. То есть из многих факторов, да, складывается.
Thank you.
Mm-hmm.